Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня мне в почтовый ящик бросили еще одну посылочку. На ощупь я уже знаю, что здесь. Это один из светодиодов, скорее всего, которые мне пришли. Да, вот такой еще один тип светодиода. Сейчас я пойду гляну характеристики этого именно светодиода. Итак, я его подключил. Поближе мы сейчас посмотрим. Данный светодиод у нас 20 ватт, 6500 кельвин, по люминам 1500 получается. Если 50-й на 50 ватт брать, то там вообще 3800 люмен. То есть классная штука. Рабочая температура до 70 градусов. Сейчас мы его подключим, посмотрим. Ну, горит реально очень ярко, глаза ослепляет сильно. Просто нереально яркий свет. Классная штука. Блин, у меня до сих пор аж эти зайчики перед глазами. Классная штука, короче, мощный светодиод. В принципе, я думаю, в темноте даже нет смысла его проверять, потому что это один из самых. Кстати, блин, он уже горячий. Как же его использовать, если он уже прям очень такой горячий в центре? Казалось бы, включил-то всего-то, ничего. Да, система охлаждения нужна очень хорошая для них, но очень удобно, что 220 и напрямую. Ну а на этом все. Всем, кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на мой канал, ждем новых видео. Пока-пока.